богатые и знаменитые. В главных ролях Наталья Орейро, Диего Рамос, автор сценария Херардо Гальван, в ролях Антонио Гримау, Норберто Диас, Джессика Шульц, Грасиэла Паль, Карина Бузеки, Лорена Паола и другие. Музыкальное оформление Элио Рисо. Режиссер Уго Моссер. Нет, 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 о, нет. Все в порядке? Ты не ушиблась? О, нет же! Спокойно, моя страховка все покроет. А рожа твоя застрахована, я тебя убью. Да чего ты шумишь, подумаешь, зеркало. Да, подумаешь. Я заплачу. Заплатит он, это машина моего брата. Он меня убьет, понятно тебе? Не плачь. Я все улажу. Только скажи, что делать. Машину научись водить, идиот. Как тебя зовут? Откуда ты? Погоди, а я могу спросить? Давай. Ты водить научился? Нет. Зато я научился, знаешь, чему? Танцевать. Что с тобой? Что со мной? Я хотела познакомить тебя со своим женихом. А что ты вытворяешь? А? Я не знала. Ах, ты не знала! Погоди. Я не знала. Это мой жених. Во всяком случае, был им до сих пор. Сабрина, клянусь, я ничего не знала. Прости. Погоди, я все объясню. Хватит. Дайте мне объяснить. Вернись. Стой. Прошу, прости меня. Я не знал, что ты подруга Сабрины. Что ты хочешь сказать? Что всегда изменяешь невесте, когда знакомишься с ее подругой? Нет. Прости меня. Просишь прощения, как будто совершил преступление. Совершил. Вызвал твой гнев. А ведь хотел я лишь одного. Мне кажется, я тебя полюбил. Диего.
Напоминаю, у тебя день рождения. К тебе пришли гости. А я твоя невеста и хочу быть с тобой. Так что ты думаешь делать? Ничего. Для меня праздник уже закончился. Так хорошо. Какая ты красивая. Убирайся из моего дома. Раздеваться. Да мне объяснить. Не надо ничего объяснять. Уходи, уходи. Да погоди ты. Будешь кофе, Диего? Нет, большое спасибо за кофе, Марта, но...